Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro Игра. Bad to Bad Апокалипсис. И в этом выпуске я расскажу вам о том, как фармить снарягу, а точнее элементы для прокачки снаряжения и основные компоненты для создания различных предметов и улучшения всяких мощных ништяков. Что нас интересует в первую очередь? Как вообще происходит фарм? То есть мы убиваем моба, да? Вероятность выпадения крайне мала какого-нибудь интересного снаряжения. Но когда мы убиваем моба в здании, вероятность увеличивается в разы. Поэтому переходим на карту. И здесь есть, смотрите, дополнительная информация. Вот щелкаем сюда, да, и можем видеть различные схемы, да, которые здесь появляются. Нас интересуют локации. Фиолетовый, то есть городская застройка. Для себя я понял, что именно в этих локациях больше всего зданий, вот проще всего там лазить, никаких нет скал, которые будут нам мешать или чего-нибудь такого необычного. Но при этом, вот, мобы выпадают, выбегают часто и выпадают с них очень много. Смотрите, первого моба рубанули, и сразу труба. Круто, да, согласитесь? Вот, теперь все, что нам необходимо сделать, это просто прошариться по хатам. Так, сколько он здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, как на обычных локациях. Единственное, что здесь попроще будет это сделать. Итак, погнали. Наша бригада мчит к определенной точке на карте. Кстати, давайте их отметим, да, чтобы потом как-то попроще было, да, обходить всю эту тему. И посмотрим, сколько мы нафармим вот за это время. Вот, смотрите, вот армированные ленты всякие. Крутяк, да? Двух мобов бомбанули, сразу все круто. Вот, даже одна машина. Похоже на Ford Focus, да, первый. Типа, не обчищена. Метку поставил не там, да? То есть, тупанул чуть-чуть. Метку поставил не на вход, а на здание. На карту показывал, нужно идти сюда. Вот, да-да-да, это мой косячок. Мой косячок, так. Значит, в нашей команде, как вы видите, вот два персонажа по гендерному признаку. Вот, мужчины и два женщины. Такой, как бы, чтобы все было по-честному, да? Вот. Вот, кстати, насчет мобов. Да, смотрите, у нас уже компоненты посыпались. Вот, и почему мы выбрали именно этот четвертый уровень? Да все очень просто, потому что мы здесь можем использовать самое простое снаряжение. Вот, самые простые патроны там, да, вот для прохождения этих локаций. И спокойненько всех уничтожать даже в беговой форме. Так, ну ткань, пожалуй, самый такой вот компонент, который нам нигде не тарахтел. То есть, смотрите, основные материалы для огнестрельного оружия второй уровень. Да, кто-то скажет, блин, нафиг нам нужен второй уровень. Дескать, уже все выпадает там минимум синее, да, нам нужно, как бы, чтобы кайф там был. Ну и пушки, понятное дело, должны быть фиолетовые. Так без проблем, нажимаем карту и переходим на шестой уровень сложности, и там выбиваем себе другие компоненты. Но, правда, придется повозиться. Поэтому сделаем, давайте, такой вот вывод небольшой, да, подведем итог, скажем, всей этой темы. Если вам необходимы элементы для прокачки снаряжения, вот, конкретно вот чертежи, то, конечно же, стоит выбрать локацию посложнее. Если вам необходимы просто ресурсы для прокачки каких-то роботов, там еще чего-нибудь, то лучше выбрать четвертый уровень локации, потому что вы быстро будете передвигаться, быстро будете всех уничтожать и, соответственно, получите много ништячков за относительно малый промежуток времени. То есть, смотрите, компоненты, да, вот уже выпадают просто из чуваков. Еще компоненты, прям очень-очень много выпадает.
Пробовал, кстати, фармить по такому же принципу, да, ну там в лесных локациях, например, в степных, ну как-то, ну так себе. Не, выпадают, конечно, там вот из повторной зачистки зданий, но почему-то как-то вот, ну не в таком количестве. Поэтому городской вариант наиболее эффективен. Третий. Обчистим вот третью зону нашу. Вот бежим по этой же улице. Вон, псина сразу. Порезали псину на клейкую ленту. Так. Армированная еще клейкая лента. Так, и вот наш третий формат Бладхаты. Просто походя идем и всех уничтожаем. Очень быстро, очень больно и очень эффективно. Да, армированных лент здесь много накидали нам. Они нам понадобятся для апгрейда кровати. Компонент, там всякие, смотрите, шестеренки, рессора и подшипник. Так. Слушай, да, гранатометчики есть. До сих пор еще не добавлено оружие гранатомет в игру. Вот на момент записи видео. И это как-то странно, очень странно, потому что в прошлом вот варианте Bad to Bad Extension, да, который был у нас, гранатометы там уже были, но не в том плане, что там можно было их прям кому угодно поставить, да, а был робот, который давал возможность использовать ракеты, лупил ракетами. По 5, по-моему, или по 4 ракеты. Ну, 4 точно, по-моему, даже по 5 выстрелов делал. Вот чем он мне очень сильно нравился. Но здесь почему-то нет никакого варианта, только бросаться гранатами. И все. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Надеюсь, вам понравилось это видео. И коли так, то обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях и в наших соцсетях, ссылочки на которые, как обычно, прикреплены в комменте и в описании к этому видео. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.